Сначала и такой провальный конец от команды MVP Phoenix. Проигрывают они в первой карте. Ребята из CDEC дотерпели, но об этом лучше расскажут, конечно же, аналитики. Ярослав, что ты думаешь по поводу этой карты? Что пошло не так у MVP? Почему вот так хорошо начали? Почему так плохо кончили? На самом деле у MVP изначально все пошло очень даже неплохо, потому что у них пик был заточен под некоторые тимфайты лейт, наверное. Там и Герокоптер, и Шторм, Шейкер, да и Вичдоктор. В общем-то все, герои явно не то, чтобы прям супер начало игры. Они не очень мобильные, там Шторму надо 6-й получить, 7-й, а лучше бы и какой-нибудь 9-й, 10-й, хоть какие-то арты. Герокоптер тоже не любитель куда-то там перемещаться активно. Шейкер и Вичдоктор — это привязанные к линиям тоже персонажи. А в то время как против них играли такие герои, как Баунти Хантер, как минимум, там Вайпер, то есть очень агрессивные герои. Темпларочка, естественно, которые должны были, ну, по идее, начало-то и выигрывать. Но все произошло по-другому. То есть сначала выиграли, наоборот, MVP. И казалось бы, что должны были они уже заканчивать эту игру победой, но CDEC в один момент переломили ход встречи. Мы вот тут как раз с Андреем очень активно обсуждали этот момент. И вот да. Андрею есть что сказать, мне кажется, по этому поводу. Ну, тут, безусловно, на самом деле интересная ситуация возникла. В том плане, что как мы, в принципе, и предполагали изначально, что позиционные драки, а также вся стратегия, построенная на позиционных моментах, такие как Рошан и так далее, очень сильно повлияет на игру. И так и оказалось. А Темпларка — это тот герой, который карает. Карает за ошибки в позиции. Жестко карает. Вот. Ну, действительно так. То есть Темпларка врываться может в драку. В случае, если вас как-то растянули, вот, например, под треками, какие-то герои видят, что они под треками, они стараются, может быть, спрятаться куда-то, отойти подальше. Происходит некоторое растяжение по фронту команды всей. И Темпларка выбирает момент, прыгает. И вот там были как раз такие ситуации, где она со своим дизолятором, с блинком, даже без БКБ, просто вырубала того же Герокоптера за мелт плюс пару ударов. И Герокоптеру никто не мог помочь, потому что в этот момент все были как-то растянуты. Просто ни одного суппорта не оказывалось рядом. Действительно, позиционно в драках конкретно CDEC уже в середине и в поздней игре переиграли просто своих визави. Сереж, что можешь добавить? Да странно как-то получилось при таком классном старте, когда у Шторма просто все великолепно. Он там булстон получает на 15-й, по-моему, 16-й минуте. При одном дизейбле Леоне они так проводили драки. Вообще не знаю, как-то странно. Вот эту ту же Темпларку, которая вот нам показывает, нанесла бешеное количество дэмэджа за игру, ее просто мог контрить один Барант Рума. Просто на нее постоянно бежать, чтобы она не дамажила. И на нее юзать станы, ульты там Барант Рума, всякие подстанчики, станы Вичдоктора. А у CDEC-ов был только один Леон, которого мог просто шторм стереть, и все. И дальше драку спокойно продолжать. Но он как-то влетал странно, его моментально пермахексили. И ничего не смог сделать. Ну, Шторм, кстати, выбрал плохой билд. Ну, как плохой, типа стандартный на данный момент билд через Бладстоун. Он, конечно, неплох. Тут бы очень хорошо зашел бы Арчит. Ну, Арчит, да, конечно, Арчит против единственного дизейбла в вражеской команде. Ты покупаешь быстро Арчит, особенно с доминацией. И просто занимаешься тем, что убиваешь его в каждой драке. Потом уже покупаешь свой Бладстоун. Он Арчит купил уже, по-моему, под конец игры где-то. Ну, после Бладстоун. БКБ он вообще, да, решил не покупать? Я просто не обратил внимания, у него не было БКБ. Он просто не успел, уже дальше их начали бить и избивать. И там уже он просто не успел. Он, наверное, собирался покупать БКБ после Арчита. Но все это уже было поздно, очень поздно. В драке все странно происходило, как раз никто не прыгал на эту темпларку, она как-то стояла там, прыгала, а Баратрум набегал на Вайпера, что-то все кидали Вайпера, этого жирного Вайпера, которого стики, там мека, вот эта пассивка замакшенная. Зачем это делать, непонятно. Можем ли мы сказать, что в какой-то момент просто MVP, как-то, я не знаю, морально упали духом и сдались, потому что, ну вот я последние файты обращал внимание, что QO иногда просто сам влетал, там просто умирал, когда команда была где-то непонятная. Не, ну конечно, тяжело собраться очень после того, как ты ведешь в игре примерно, сколько они ввели фрагов, 10, по-моему, счет был. 8-1, по-моему, счет был. И, по-моему, вот, это очень уверенная игра, а потом просто-напросто такой переворот и... Там, конечно, уже после череды ошибок твое каждое действие, которое ты хочешь сделать, оно уже психологически подразумевается как будущая ошибка.
Поэтому, соответственно, намного сложнее принимать решения, и вот не хватило ребят на это. Ты большой эксперт по ошибкам, я посмотрю. Я разбираюсь в ошибках, сам их делаю регулярно, и, соответственно, да, я в этом понимаю. Понял. Ну, в принципе, что ж, эксперт по ошибкам высказался, я не могу только как бы не согласиться с ним. Действительно, это было так, но, наверное, там было даже скорее не то, чтобы слишком много начали ошибаться, как самоотверженная игра была очень видна. Такая, знаешь, она присуща многим командам, которые ориентируются на командную игру. То есть, скажем, есть секреты, у них тимплея не так много, но так как они впятером супер скилловые парни, у них как бы получается тимплей, потому что просто каждый делает все верно. Когда в команде игроки, может быть, послабже, они там делают больше ошибок, позиционных, каких-то других, но они как бы стараются играть командно и за счет этого набирать, да, то есть за счет этого побеждать, именно за счет тимплея, за счет каких-то действий вместе, а не индивидуальных. Вот там вот иногда получаются такие слишком самоотверженные действия. То есть, когда игрок хочет, ну вот он за команду, он летит вперед, он там в шторме хочет инициировать, в итоге он там, как это называется, overextended. А это как переводится? Ну вот я вот не знаю. Похоже, нам нужна помощь. Где же он? Переоценивает себя, в общем, переоценивает свои возможности в текущий момент. И да, там были такие моменты, когда шторм летел слишком далеко, он как бы хотел синициировать, чтобы команда там подоспела, но команда не успевала, его уже убивали. Ну, вот. Еще игра против Bounty Hunter, это очень тонкая грань. Когда ты хочешь постоянно драться против Bounty Hunter и дерешься ты с одинаковым разменом, там, в общем, по три героя умирают, это всегда не в плюс тебе. Потому что треки, они делают свое дело. Ну и стоит отметить, что Темпларк-то... Темпларк продолжает выигрывать. Да. У нас всего пару... Скайрак продолжает, кстати, проигрывать. Но не в этой игре он проиграл. Мы просто смотрели параллельно Вега против Фархон. Здесь, кстати говоря, Вега к нашему удовольствию победила в первой карте. И там Скаймак снова залил. Математика да. Андрея работает. В этой игре он сыграл довольно-таки неплохо. На Клокверке причем. Да. Ну, все-таки не просто так мы поставили 10 баллов за Клокверка его. На дистанции он их отыграет. Так, в общем, Темпларк-то врывается. Врывается. Мне прям приятно. Мне нравится этот герой. Ну, слушай, прям мы мощный. Обсуждали, как-то перекинулись пару слов с ФНГ по поводу того, какие будут, возможно, пики на этом турнике, там герои, которых давно не было, снова появятся, какие герои, в принципе, могут появиться. И вот он тоже был уверен, что Темпларка будет... не у всех команд и не суперпиком, но заезжать будет частенько. Возможно, вот на тренировках частенько она показывала себя и у Virtus.pro, и против Virtus.pro. И там вот, ну, видел он эту темпларку постоянно. Ну, вот, как мы видим, да. Благодаря апнутому рефракшену, скорее всего, она вернулась опять. Слушай, у темпларки там еще рефракшен, и сама... Рефракшен, не, он действительно очень много делает. Даже против способностей, которые, в принципе, тебя, вот, допустим, нюкают. Да, тоже приятно, то что это все можно догириться из этого. Но даже против каких-то способностей, которые, казалось бы, инстантно сбивают. Вот это вот патч, он дает возможность там порядка, не знаю, третьей секунды, чтобы отблинкаться. Как правило, человеку, который профессионально играет в доту и полностью сконцентрирован на своем деле, этого хватает, чтобы упрыгнуть. Ну да, и темпларки добавили еще одно неявное изменение. Было в одном из прошлых патчей, или именно в этом патче, когда там куча скиллов, что-то изменили немного работу их механики с эншентами, это не значило, что эти скиллы начали работать на эншентов, это значило, что, ну, там какое-то было странное объяснение, что-то изменили в механике, но и по факту это никак почти не отразилось ни на чем, кроме псиблайдов темпларки, она теперь у псиблайдами очень круто фармит эншентов, и, между прочим, этим очень часто пользуются, особенно при игре за дайр, то есть так вот для темпларки или сама темпларка все эншентов идет потом и выфармливает их очень быстро. Да, плюс подешевевший дезолятор тоже небольшой такой. Ну там, да, там куча минорных багов, которые в сумме поднимают героя. Я слышал, что дезолятор вообще сейчас некоторые игроки считают одним из самых крутых артефактов, потому что он самый дешевый дэмэдж. Когда-нибудь на этом турнире мы увидим вивера, успешного вивера, действительно успешного вивера, и у него будет дезолятор очень быстро. А каким будет у него? Только если проданный алхимиком. Я бы еще разочек посмотрел бы на эту стратегию алхимик плюс вивер, как это все делается. Классно. А я бы уже эту стратегию никогда в жизни не понял. Кто нас пэры, допустим, юзали на европейском. Да, я даже помню, против кого они это юзали. Кстати, вот вопрос, смотрите, тут же идет все на вылет, все битва на уничтожение, и команды играют отчаянные здесь.
которым терять нечего, надо думать. Где Рошаны? Попытки убить Рошанов. Я думаю, в этой игре уже забыли, Ярослав. Только если вы придете и напомните об этом в командном слове, да, может что-то получится. Я постучать сейчас, сходить к Веге в комнатку? А, нет, Веге там и так показали. Архоном сходи, вот как раз постучи к ним. Mm-hmm. Я думаю, Вега будет благодарна. Ну что ж, у нас начинается вторая карта матча MVP против CDEC. Если CDEC побеждает в этой карте, то они отправляются на The International в групповую стадию. Смотрим.